Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Paper Please, то есть документики, пожалуйста. Соответственно, смотрите, у нас следующий день, если не ошибаюсь, 7-й, да? 29 ноября 82 года нейтрализована банда работорговцев, инспектор пропускного пункта. В Грештине задержал главаря. Новое нападение в Грештине. Вот, кстати, узнаете этого Лудума, Дурума, или как там, Дарья Лудума? Это мы его задержали. Классно, пора на работу, друзья. Пора на работу. 29 ноября 1982, у меня прям хорошее настроение, задержали мы его. Представляете, нас отметили, вы даже в газете о нас написали. Инспектор, теперь проверка будет более тщательной, на вашем рабочем месте установлен сканер. Но во вчерашнем нападении подозреваются каличанские экстремисты. Прежде чем разрешить въезд гражданам Каличи, подвергайте их личному досмотру. Слава Арстоцки. Ага, у них там может быть под одеждой всякая какая-нибудь ерунда нехорошая. Я все понял. Окей, начинаем рабочий день. Проходите, следующий. Добрый день, ваши документики. Окей, какова цель вашей поездки? Навестить друзей. Продолжительность визита 30 дней. Калечи. У-у-у, ты моя дорогая. Так, общие правила. Обыскивать всех. А, не сюда, наверное. Мадам, извините, у нас вы выбраны для случайного досмотра. Давайте быстренько проходим лицом к сканеру, мы пока проверим все через... Это правильно, Катрина Доннер. Доннер Катрина, женщина. Ведор 84, 82, 12, 17. Ты вроде девушка, вроде ничего не провозите. Хорошо. Одну секундочку, карта регионов. Давайте вот так проверять, вдруг что-то неправильно. Данные совпадают. Вроде у вас все совпадает, вы можете пройти. С вами у вас ничего с собой не было. Разрешение на въезд. Вот ваши документы. Это было просто. До свидания, мадам. До свидания. Следующий. Вроде все правильно было. Вроде все хорошо. Окей, ваши документики. Так, разрешение. Какая цель вашей поездки? Работа. Продолжительность визита пара месяцев. Работа 2 месяца. Джеймс Кроловский. Кроловский Джеймс. Геодезия до 13 года. 12-12. Так, все нормально. Это нормально. А вот это вот я не знаю. Подожди-ка. Лесренади в республике есть? Лесренади в республике есть. Мужчина. Все вроде нормально. Кроловский Джеймс. Кроловский Джеймс. Джеймс Кроловский. Все у вас... Правильно. Вроде все у вас правильно. Проходите. Проходите, Джеймс. Это было просто. Замечательно. Я рад, что это было просто. Следующий. Быстрее, 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 быстрее. У нас там все голодают и мерзнут дома. Нам нужно больше денег. Ваши документики, пожалуйста. Какова цель поездки? Здесь работать. А где разрешение продолжительность? А где разрешение на работу? Для работы нужно разрешение. Вам разрешение только гостевой въезд. Верно, я просто в гости. Чего? А, в гости? Один месяц. А, надолго? 30 дней. Вот негодяй, а. Цокейда М. Вроде он. Так, папа. Джорджа Флимекс. Флимекс Джорджа. Разрешить. 82. Вроде все правильно. Я не знаю. Это было просто. Окей, следующий. Давайте побыстрее. Не задерживай меня сегодня. Не задерживай. Мне нужно больше денег. Ваши документики какая? Вы низкорослые. Ну да ладно, это не важно. Арстоцка. 59 килограмм, 59 килограмм, 161 сантиметр, прям в тютельку. Кушан Антон, Антон Кушан. Чего, Антон Кушан? Секунду, подожди. М, обнаружено совпадение. Вы мужчина? А, все как там написано. Чего? Ну-ка, досмотр. Нужно проверить. Поверните, это сейчас что? Сейчас нам покажут, что он там мужчина, что весюлька сейчас там будет. Ой ты, господи. Ой, кошмар какой. Ой, какой. Это что это такое? Кончита Вурст, что ли? Ну-ка, брысь отсюда, Слава Арстоцки. Господи, ужас какой. А следующий. Какой ужас. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Пригласили в гости. Сколько? Дней. 14. 12-13. Паспорт нормально. РОВ, КВД, ГДБД, Маргерус. Что за Маргерус в Арбистане? Вернер Контрерас. Контрерас Вернер. Есть такое разве? Подожди секунду. Карта региона. Маргерус, разве есть такое? Данные совпадают. Ну ладно, предположим. Арбистан. Проходите. Проходите в гости. Это было просто. Добро пожаловать в Арсоску. Следующий. Не задерживаем очередь, проходим. Пятерых всего сегодня служили. Ваши документики. Каличи. Какова цель визита? Я здесь просто транзитом.
продолжительность пару дней. Ну, извини, у нас все равно даже транзитом всех каличанцев мы обыскиваем. Обыскиваем мы всех каличанцев. Вы выбраны для случайного досмотра. Мужчина. Еще западный Грештин. Хорошо, рабочее место. Подождите, карта региона. Западный Грештин. Александр Зартек. Вроде мужчина. Опачки. Опачки. Это что такое? Это что такое? Нет связи, нет связи, нет связи. Подожди, 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 подожди. Стоп, 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 стоп. Это где-то вот здесь должно быть. Где-то вот здесь, где-то вот здесь. Общие правила, общие правила. Никакого оружия и контрабанды, дружище. Вам не стоило сюда приезжать? Я ничего не знаю. Ты ничего не знаешь? Забираем, принимаем, ребятки. Что вы делаете? Ничего особенного. Пройдемте. Добро пожаловать в Арстоцку, гражданин. Следующий, следующий. Быстрее, быстрее, быстрее. Проходим. Тоже мне посмотри. Пушку там решил провести. Ваши документики. Окей, какова цель вашей поездки? Калечи опять. Транзитом. Транзитом, он, видите ли, на пару дней, да? Подожди, мой хороший, подожди, мы всех каличанцев досматриваем. Вы выбраны для случайного досмотра, мой хороший. Досмотр. Давайте пока его там досматривают, быстренько проверим. 7 КВТ, это пропрам, все правильно. Мужчина, 83, 82, 27. Шейди, сафади, шейди, сафади, шейди. Вроде мужик. Опачки. Опачки, чё мы тут везем? Это что такое, дружище? Что это? Вам не стоило сюда приезжать? Пожалуйста, пропустите меня, спокойнее, друг. У меня тут безобидные лекарства. Я вам тебе 10 кредитов, если пропустишь. Чё? У меня там сынуля голодает. Тс, только никому. Отлично. Как обещал. У меня там сынуля голодает. Ладненько. Следующий. Здесь никто не видел. Ничего, 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 отлично. Лицо подозревается в контрабанде, замечание пришло. Да, ну ничего страшного, ничего страшного. Надеюсь, что никто не видел. 5 долларов лишних не будет. Так, окей. Хван Ксиндук, Ксиндук Хван. 178, да, высокий. 85, 85. Фотография вроде не сходится вот здесь и здесь. Что это такое? Фотография на ней не вы. Годы меня не пощадили. О, отпечатки пальцев. Ну-ка, быстренько мне выдал. Восточный Гречный, мужчина, 83-й. Вот мои отпечатки пальцев. Так, давай их сличим. Данные совпадают. Ты посмотри-ка, данные у него совпадают. Годы не пощадили? Ну ладно. Это, видимо, личная карточка старая. Давай, проходи, словарь. Следующий. Следующий. Ваши документики. О, ты у меня сегодня последний. Какова цель вашей поездки? Транзит. Хорошо. Продолжительность визита 14 дней. 12, так, 84, 0777. Ой, мой хороший, что ж ты документы-то подделываешь, а? Как так можно, а? Эти номера не совпадают. Проверьте еще раз. Сейчас проверят, ты не переживай, сейчас все проверят. Что происходит? Пройдемте. Сейчас у тебя все проверят. Ну что ж, еще один рабочий день закончен. Улучшение пробил. Сбережение, зарплата 8.40, взяточка 10. Кошмар какой. Но отдать-то мы с вами должны, смотрите, за жилье 25, за продукты 20, это уже 45, и за отопление 10, это 55, а заработали мы с вами всего 50, мы с вами постоянно в минус уходим. Ну, хотя бы никто не болеет. А может вот так вот, бумц, и на 5 в плюс. Без отопления денечек посидят, ничего страшного. Пускай в обнимку сидят. Премьер Калечи подал жалобу. По его мнению, обыски на границе нарушают права граждан. Как нарушают? Они там оружие везут по контрабанду и взрывают меня на пропускном пункте всяких моих вот солдатиков. Ноябрь 30-е 1982-го. Инспектор, каличанцы подали официальную жалобу. Сегодня для участия в переговорах на высоком уровне прибывает некий дипломат. Обязательный досмотр всех граждан Калечи отменяется. Обязательно отменяется. Дипломаты должны предъявить только паспорт и действительный документ, подтверждающий их дипломатический статус. Обновленная информация в документах. Развлечение, пример, количество подолжен. Обязательно отменяется. То есть, на мое усмотрение, я понял. Как усмотрю, так и будет. Следующий. Окей. А ваши документики? Какова цель вашей поездки? Меня пригласили официально. Дип статус.
Лао Лильян, 84-й, Антегрия Арстоцкая, М-ку, женщина Юрко. А как это проверить? Подожди. Документы, дип статус, необходима печать. Так? Нет связи. Подожди. Ну-ка, вот так. Данные совпадают, необходима печать. Что, а какая печать? Здесь не написано, в общем. Ну ладно, предположим, очень много времени я на тебя потерял. Дип-статус у тебя, проходи с дип-статусом, это было просто окей. Следующий, очень много времени на нее потеряли, я даже не знаю. Может, она там мужчина была написана, я не посмотрел туда, хорошо. Какова цель вашей поездки, Антегрия, хорошо. Просто в гости. Продолжительность визита пару недель, все верно. 14 дней, 82-го, 12-го, хорошо, 84-го. Лаурдис Дженс, Дженс Лаурдис, номера спадают, Аутерграус, карта регионов, Аутерграус, данные совпадают, хорошо, разрешить, будьте любезны, до свидания, это было просто, окей, следующий, всего двоих проверили, столько времени потратили, денежки, мне нужны денежки, ух ты, опять вот этот пришперся, привет, это я, рад видеть, рад видеть меня. Да нет, честно говоря, не очень. Разрешение для иностранцев. Эй, тебе нужно? Пока пропуска больше не принимаются. О нет! Мне его один парень продал, сказал годится. Ты еще раз посмотри. Что значит еще раз посмотри? Нужно разрешение на въезд. Больше сюда не приходите. Ха-ха! Ты хороший человек, но у меня в Ростовский бизнес. Найду правильные бумаги и опять тебя приду. Что у него там за бизнес-то? Господи, что у него за бизнес? Он, господи, нормальные документы не может сделать. Кто тебе бизнес открыл? Ваши документики. Какой-то росомах. Какова цель вашей поездки? Я хочу довести друзей в гости. Как долго? Несколько месяцев. Ну ладно, хорошо. 82-11-06. Дружище. А вот это вот как? Вот это как? На документах истек срок. У меня не получилось приехать раньше. Ну, я тут при чем? До свидания. Мне что, штрафы за тебя получать? Ну что, совсем с ума сошел? Въезд не гарантирован. Следующий быстрее. Проходим. Раз, два. Чего? Ваши документы. Орден не дремлет. Чего? Что это такое? Курмандрекс. Эзик, Курмандрекс. Че это такое? Следующий. Че за орден, Курмандрекс? Ваши документы. Из Арцовски, да? Кикерполи вроде совпадает. 176, похоже. 69, 65. Чего? А че это у нас? Вы что там везете? Вы выбраны для случайного досмотра. Быстренько. Женщина, 84-й. Кикарполи, поли, кикар, восточный грешник. Что там у нас такое? Опачки, смотри, что на спине у нас. Это... Ой, ужас какой, какая ужас. А, я не туда, что ли, нажал? А, не туда нажал. Общие правила. Никакой контрабанды, мадам, и оружие. Это выглядит как контрабанда и оружие, не знаю. Вам не стоило сюда приезжать? Вы это видите? Конечно, я это вижу. Ты думал, это за своими телесами спрятать? Что вы делаете? Сейчас узнаю, что там будут делать. Я, правда, не знаю, что там с ними делают. Ну, что-то с ними там делают нехорошее. Окей. Следующий, быстрее проходим. Контрабанду пытается протащить. Курмандрекс. Кто такой? Ваши документики. Соколов Тимофей. Какова цель вашего визита? Дипломатический представитель Тимофей Соколов. НТ Траляля. Арабистан Нарсоцка. Сан-Глорин. 83-й. Мужчина. Ладно, проходите. Печать какая-то странная. Ну, я ему уже отдал его документы, так что пошел отсюда нафиг. Надеюсь, что все порядок. Следующий. Давай, быстрее. Семерых пропустили. Ваши документики? Что это такое? Александр Кнапки. О, господи. Ну что же, где ваш паспорт? 12 дней. Паспорт, ты мне про 12 дней говоришь. Вот. Так еще секундочку. Он мне сейчас сказал 12 дней. Подожди.
А, 12 недель, господи, навестить друзей в гости, 12 недель. А что сразу паспорта не дал? Кнапик Александр, Александр Кнапик, 84-й, 83-й, 12-й, 18-й. Кариста, ОФ, вроде все правильно, ладно, проходите. Забывчивый какой-то. Повнимательнее, в следующий раз, следующий. Быстрее, 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 друзья, быстрее, быстрее проходим. Ваши документики. А, так, Дрекс Корман, Корман Дрекс. Корман Дрекс. А чего с ним нужно? Какой-то орден, да? Ну-ка, ну-ка, орден. Ну-ка, пшел отсюда нафиг. Вот эту хрень тоже свою забери от меня нафиг. Ладно. Следующий. Замечание нарушения правил. Въезд разрешен. Замечание без штрафа. Не хочу пропускать его. Ваш документ. Какая цель вашей поездки? Я хочу навестить друзей. В гости. 90 дней, 3 месяца, 8-12. Так, все правильно. 84-го. Будет ВМП. Женщина. Западная Грещина. Анна Франгер. Анна Франгер. Вроде все документы в порядке. Проходите, пожалуйста, Анночка. Это было просто, не знаю, тут какие-то приперлись, какие-то ордены не дремлет, Корман Дрекс, я не знал, что может пропустить, не пропустить, что это значит. Ваши документики, так, буду жить здесь со своим мужем, ПМЖ, постоянно, 82-е, F1, ЦБ, сейчас проверим, Авербух, Карина, ой, пардон. Так, Авербух Карина и Карина Медичи. Ну-ка, цена, имена-то не совпадают, у меня несколько разных имен. Чего? Ну-ка, вот вам отпечаточки. Женщина Грейтер Пик. Второе имя Марина Медичи. У тебя действительно два имени. Карина Авербух, Марина Медичи. Интересно, как данные совпадают. Ну ладно. Проверить бы тебя, ну да ладно. Проходите тогда. Это было просто. Окей, следующий, следующий. Поторапливаемся, скорее всего, еще одного успею принять. Давай-ка ваши документики. Арстоцкая. 56-56. Рост нормальный. Это нормально. Женщина. Орович Ванор. Курдостена. Алина. Алина Курдостена. Слава Арстоцке. До свидания. Еще один день закончен. Вроде все в порядке. Только мы не пропустили этого странного человечка. Корман Дрекса. Я не знаю. Мерзнет, мерзнет, мерзнет. Включим отопление. Но кушать не дадим. Пойти спать. Вот такой вот мой отец семейства. Калечи, чиновник, арстоцкий шпион. На службу не явился, предположительно, мертв. Ах ты, смотри, смотри. Калечи, чиновник, арстоцкий шпион. Подожди, они убили нашего какого-то шпиона? Я ничего не понял. Пора на работу, сейчас посмотрим, что там будет. Нам скажут, может, это Корман Дрекс? А может это Корман Дрекс? 1 декабря 1982 зима началась. Министерство въезда, официальный бюллетень. Инспектор, раскрыт секретный агент Министерства информации. Министерство въезда предложило свои услуги в качестве посредника. Посредников в течение дня вам могут нанести визит. Слава Ростовски. Ничего не понял. Министерство въезда предложило свои услуги в качестве посредника. Раскрыт секретный агент Министерства информации. А что с ним нужно сделать? Я не понял. Ну ладно, нанесут визит, тогда и разберемся. Окей, открываем пропускной пункт. Следующий проходим. О, чего? Солдатик пришел к нам, вот этот, который рядышком стоял. Привет. Вы шпион? Что? Нет. Я охранник, меня зовут Каленск. Мне сказали, что дадут теплое местечко и отправили сюда. Вот такая благодарность. Теплое местечко. Еще и платят копейки. Кому ты говоришь, я еле конца с конца свожу. Нам всем так платят. Это да, но ты послушай. Когда ты кого-то задерживаешь, мне выписывают маленькую премию. Чем больше ты задержишь, тем больше мне заплатят за то, что я их принял. Но это ведь нечестно, а? Тебе даже тоже должно что-то перепадать. Я могу это поправить. Я буду отдавать тебе из своей премии по 5 кредитов за каждых двух задержанных. По мне так хорошее предложение. Отдавать деньги буду, как только мне заплатят. Давай друг другу поможем. Давай, господи, так мне денежки нужны, у меня там сыночек голодает, холодает, я вон там им еду не даю, отопление отключаю. Давай, следующий, рабочий день начался, друзья, давай, подходим по одному. Как интересно, я такого не знал, не было раньше. Ваши документы, какова цель вашей поездки? Просто в гости. Окей, продолжительность. Пара месяцев в гости, пара месяцев. Даты совпадают, 83-е. Секундочку, карта регионов. Шинглтон, есть ли его? F. Шинглтон. Я просто не знаю, ну вроде, наверное, есть. Данные совпадают.
Женщина похожа. Рыбина Светлана. Рыбина Светлана. Рыбина. Господи, ну Светочка, проходите. Русская память. Следующий. Быстрее. Что ж, я сразу не посмотрел на ваши документики. Какова цель вашей поездки? Эту транзитом еду в другой месяц. Гажа Клена. 60 дней. Так, документики. Хайхан. Вроде все в порядке. Вроде есть такое в Арбистране. Проходите, Лела Гажик. Лейла. Следующий. Быстрее. Что? Ложный ответ на вопрос цели визита. Ой. Хорошо, у меня мало времени. Возьмите вот это. Что это? Спрячьте получше. За мной идет агент. Притворяется, что он из Мининформации, но это вранье. Если потребуют документы, дайте им вот это. Не перепутайте. Так, хорошо. Вот это правильное, а вот это вот агенту, хорошо, это притворяется. Следующий. Как странно все. Как интересно, они похожи друг на дружку. Окей. Так, в транзит 2 дня. Транзит 2 дня. Первый раз мы вот лоханули с этими. Опачки, пардон. А здесь у нас чего? Срок действия этого документа истек, дружище. Тут, наверное, опечатки. Господи, опечатка. Сейчас я тебя опечатаю. Вот тебе опечатка и вон отсюда. Готовьте документы заранее. Следующий. Проходим, друзья, проходим. Не задерживаемся. Меня не задерживаем. Ваши документики. Арстоцкая, Ватсон, Заке. А чё молчим? 86 килограмм. Для 169 километров, сантиметров многовато. Вроде все правильно. Чего? Что это такое? Опять Кончита Вурст? Вы женщина или мужчина? Все как там написано. Сейчас посмотрим. Ватсон, Заке. Заке, Ватсон. Сейчас проверим. Ну, чувствую, сейчас там опять будет Кончита Вурст. Господи, отразительно как. Ой, ужас какой. Зачем я на это вообще смотрел? Разрешите, уйдите отсюда. Чтоб я вас не видел, слава Арстоцки. Следующий. Ну-ка быстрее. Ваши документики. Я из Министерства информации. У вас есть вещь, которую вы должны нам отдать. Ты смотри, 10 баксов дал. Это, походу, левый, да? На, держи. Отлично. Но Министерство информации не дало бы мне 10 баксов. Следующий побыстрее. А вот теперь, наверное, настоящий. Вот это вот настоящему нужно дать. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Надо проехать через вашу страну транзитом. Продолжительность пару дней. 82, 11, 26. О, мадам, никуда вы транзитом не подъедете. Не поедете. Срок действия этого документа истек. У меня не получилось приехать раньше. Значит, и сегодня не получится. Новое получаете. Въезд не гарантирован, мадам. Следующий. Ну-ка быстрее. Что-то мы сегодня прям никого не арестовали почти, да? Ваши документики. Изарстоцкий, да? Орович Ванор выдан. Хорошо. Дрекс Корман. Ну, слушайте, ну у него все правильно. Ладно, давайте разрешим, потому что мы за него получаем постоянно эти долбанные... Меня зовут Корман Дрекс. У вас есть то, что принадлежит мне? Отлично. Читайте побыстрее. Что? Арстоцкая великая страна, отрезанная коррумпированными правителями. Война превратила власть имущих в толпу жадных параноиков. Вы сами это видите. Помогите нам освободить Арстоцкую из этих оков. Орден Звезды Эзик. Чё? Не потеряйте. Чё это такое? Бред какой-то. Ладно, следующий. Но мы его не можем не пропускать. У него все документы правильные. Нам выдают за это штрафы. Ваши документики. Какова цель поездки? Мне дали здесь работу, общественное питание. Продолжительность целый год. Работы год. 12-12. 84-го. Женщина. Кариста Ранзина. Фредерика Ранзин. Вот она, видимо, действительно в общественном питании будет работать. Номера. Номер правильный, фотография правильная, вроде все правильно, 52 килограмма. Не знаю, это было просто, до свидания. Идите, работайте, идите в следующий. Давайте, друзья, побыстрее. А, ваши документики. Окей, Арбистан, какова цель вашей поездки? Транзит. Насколько пару дней? Эсхадра, ля-ля, все правильно. Грегори, Рипер, Гребери, мужчина, Мергурус. Вот это непонятно. Мергурус. Есть ли такое вот Мергурус?
Данные совпадают, фотография вроде его, как без Хайра. Ну да ладно, Арбистан. Грегори, проходите, у нас вроде с Арбистаном не было проблем. Это было просто. Окей. Следующий, быстрее, 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 друзья мои. Быстрее, быстрее, быстрее. Поднажали, поднажали. Ваши документики, то у меня тут Арстоцка. Это что такое? Это что такое, мадам? Это явно не вы. Даже не знаю, что сказать, это я. Давайте отпечатки пальцев, пожалуйста. Вот, давайте отпечатки. 174, 60, 60. Женщина, Рич Ванор. Так, хорошо. Быренько, вы не вы. Обнаружили совпадение. Ваши отпечатки не совпадают с вашей базой. А? С нашей базой, пардон. А? Сейчас тебе покажешь, что за... Давай, что происходит, сейчас узнаешь. Сейчас узнаешь, что происходит. Давайте, 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 у меня время, у меня рабочий день заканчивается, быстрее, следующий, он мне еще пятенечку должен за двоих будет. Ваш документ, кого цель поездки, навестить друзей, хорошо. Никуда ты не пойдешь, потому что я уже вот это вижу. Оно же не совпадение, у вас поддельные документы, тут два разных номера, проверьте еще раз, сейчас там проверит. Сейчас там все проверит, что случилось? Сейчас узнаешь, что случилось, пройдемте. Гражданин. Следующий, быстрее, 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 быстрее. Рищи, 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 рищи. Ваши документики, Хайхан, женщина, L4. Тесса, какого цель-то транзитом, пару дней. Тесса Чанзе. Это сходится, Хайхан. Есть ли там Хайхан? Данные совпадают, вроде все правильно, проходите, Тессочка. Все, рабочий день закончен, я успел. Это было просто 14 обслужил сегодня. Еще десяточку дали с документиками. Срок истек. Тьфу ты, блин, срок истек, зараза. День 9 закончен. Сын болеет, нужно лекарство. Пробил. Заработали сегодня 16 баксов, взяточку 10 взяли. Ну, я не понял, зачем мне сунули эту взятку. И потратим мы на лекарство 30, 50, 60 долларов потратим. Ну, так что на десяточку мы в плюсе. Хорошо закончили 9 день. Я считаю, сыночку сейчас вылечим, все будет хорошо. А на этом давайте, друзья, наверное, этот выпуск заканчивать. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока.